сбежавшие заключенные лишили риф покоя. Мы хотим устранить первопричину этой проблемы. Добро пожаловать в тюрьму, старейшина. Уберите своего надзирателя, да? А, точно. Чё, блядь? Чё произошло? Я ничего, давайте напугал. Я просрал свой чарч. Да надо было, блин, в втором заходе вайпнуться. Путь в глубь тюрьмы лежит за тюремным вагоном. Как бы я один там был, а сейчас у нас клоунада началась. Давайте мы добавим боитель. Не механику своителя, не? Давайте. Не-не-не, мы уберем механику своителя. Нам она не нравится.
Чат умер. Что? Говорю, чат умер. Я не знаю, там в день ресета до 8 вечера прям летит, а потом после 8 все спят. Шканжан, мы тоже играем. На фоне смотрим. Понятно, все же. Мапа не было. Вот это кинется фреймворк. Тряска. Че, за что надо? Да нормально. Да, лук. Нас вообще забил. Здорово. Сердитый. А, да? Ладно. Раз подумал, подумал, отходить к этому счету, не отходить, и я нашел. Ох, что тут криптонит. Эти гранат. Они мертвы, а ты нет. Так, на мины я вроде бы все почистил. Они сейчас зарезают. Нет, по-моему. Да. Не? Сейчас скажут раунд второй. Раунд второй. Обезвредить. Нет, эти они не появляются. Да. Ты их можешь изначально зачистить, они не появляются. Джон можно разнуть. Сейчас я... уеду, дядя. Вот он резко решил телепортироваться. Да я его там ждал. Да, отправил. Идем дальше. Заслуженная победа! Больно.
Давайте просто может ультимейт этого молодого. У кого? У Джо Джонс, да, наверное, ультимейт? Я уже сдавал. Тебе Дарк не надо сдавать, ты долго, наверное, как и свободишь без Академии. Отбожный боец, кабан! Я сейчас буду сдавать. Не, не надо сдавать. Пес. Будь горд, ты выжил. Колдовую броню за прохождение тисков. Награда ждет внизу. Оно банит тебя, да? Там тебе фармить его надо, когда он в ротации будет, а там ты сможешь бесконечно проходить. Ты победил. Дарк ждет тебя. Побыть немножечко обнутым и сходить просто сразу к тем воителям. Давай. Ебальник к ним прямо. Да они щит нам снесут, прежде чем мы что-то успеем. Ну, если только один туда пойдет, ничего страшного. Там всего лишь 4 воителя. Ну, смотри. Давай ты там ставишь баррикад и откопаешь стапа. И там доживет. Первый есть. Ага, понятно. Спасибо. Ох, как вовремя. Спасибо, спасибо, вот это вот немножко баррикадка сейчас была вовремя. Так, что, влетаем. Я понял вас. Я его просто два раза бью, он такой, нет, я не хочу. Хороший босс. Нормальный. А, идеально. Идеально. Забег с одной смертью. У тебя без этого величие. Не обходится. Никакого. А кто помер? Дарк один раз умер на той комнате. Когда босс был последний третий уровень. У тебя есть армия? Поаккуратнее с угрозами. Я просто хотел помочь господи. Любимому стражу. Старик. За это я люблю этого титана. Я думал, наступил новый золотой век. А, Джон, мне твой ролл выпал. Век. Не сидя же в атастроте. Я бой, угощайся. 13 минут, налетик. Охуенно. Ждем. Переполнение один за всех. Понятно? Блин, я бы такой себе забрал. Я бы такой себе забрал. ВВЕ будете реально с таким автоматом бегать? Просто, чтобы лежал, вдруг где понадобится арковый автомат. А, ну переполнение один за всех, да. Типа, я бы его оставил, потому что, ну, побольше патронов, увеличение урона, если где-то на дальнюю дистанцию вдруг надо постреляться 450, это не так плохо. Имхо, я бы оставил. У меня, по-моему, такой еще старый лежит. А, у меня питающая ярость рубака лежит старый. Не, ну, давай мы не будем о старых, потому что старые у меня тоже в достаточном количестве должны лежать. Ну, это, по крайней мере, лучше, чем незримая рука, один за всех, что умеет этого. Ну, у меня вон стратег, не щадя живота. Великолепный ролл.